здоровья тебе. Да подожди еще. Удача тебе ждет хорошая. Переленька похитрее, все у тебя в жизни будет хорошо. Удача жди хорошая в делах. Потому так. Что ты много переживал. Так. С 15 лет командуешь своей головой. Далеко был, никого не боялся. Но счастья жди, добро жди. Через семья болел душой, удар тебе был. Переменится твоя жизнь в хорошую. Положение определено. Добро жди на делах. А все плохое обойдет вас. Что меня ожидает впереди? Хорошие дела тебе ждут, потому что много переживал. Добро тебе ждет. Хлопоты были, больше не будет. А что задумал? Сколько жить мне? 83 года прожил. 83 жизнь года? Все у тебя владит. Сколько мне сейчас лет? Не знаю. Ну примерно. Клади на хлеб. Ну примерно, скажи, ну давай до конца же доскажи, что ты интересное боишься? Что ты пристал? Пусть про меня расскажешь. Не разговаривай с ним, он сразу. Клади маленького уже на хлебушка, дитя. А что снимаешь нас? Я вас не снимаю. Не снимает. А да клади уже на хлебушка цыгане, там, чтобы у тебя было здоровье, счастье, добро. На скупого не похожешь. А да уже. А что делать эти гробатые коллективы? Кого? Меня снимают? Танцуй! Мне деньги будут давать. Ну кто танцует, тому дам 100 рублей. Давай танцуй. Давай! Ну, что такое? Я так тоже могу вот так вот и все. Как тебя звать? Мария. Мария звать? Мария. Все, я обещал деньги тебе. Сейчас дам. Сейчас надо занавеску повесить. Блики сильные. Да. Ну, сейчас вот, да, видно этот. Ну, ну по крайней мере, да, даже не, на этом видно было. На... У тебя что-то упало, да? Нет. Какой-то город Красноярск? Да. Красноярск. Стартуем. Да какой стартуем? Это не мы тронулись, говорю. Ё-моё. Вот теперь на самом деле поехали. Красноярск. Стартуем поздно, правда. До Новосибирска не получится. Надписи. Уже темно будет, но пока будет светло, будем вести съемку с моими комментариями. Интересно, как будет это самое. Итак, вот Красноярск, вокзал. На всех вокзалах вот такие вот стоят поезда, памятники. История.
Сколько там было? Минус 11, да? Не знаю. Нашим дофига. Скорость отражается, значит трек будет писаться. Значит трек будет тоже. Куда эта дорога, я не знаю. Может, на Кемерово. А может, на Иркутск. Оно это как-то в комплект или самому нужно собирать? Самому все делать. Чувствую. Ну там ничего, да я тебе говорю, меня силы покидают. Ложись. Но сейчас дождусь одеяла. Одеяло? Постель. А. Ну, в смысле, вот просто не. Первая остановка, не помнишь, где? Красноярск. Инструкция. Берете хозяйственное мыло. Да, неудачное время старта. Очень неудачное. Ты из дома тащил? Да. Я все. Да, давай. Билеты?
раз они здесь проходят, не помнишь, мы ехали? Так, еще мне билет подайте после стола, пожалуйста. А, вот. Уставший, многое делаешь на автомате. Санитарная зона 30 минут до станции, 30 минут после станции. Чай, кофе, кондитерские изделия, любое время суток. В вагоне не курим, не распиваем спирт. А между вагонами? Между вагонами тоже не курим. А в окошко? Еще какие предложения? То мы сейчас накидаем массу. Какие горы. Есть предложение? Есть. Вопросы, пожелания? Есть. Оставьте их себе. А что, блядь, забрали? Ну чем? Надо помочь, да. Пошли, а то. Вдруг ты убежишь, другой поезд. Еще какая-то трасса, не знаю, что это. Ну вот такие дома мы сегодня приезжали. Ну что-то надо было.
городе? Да. Ну, пониже только. Орешки-то, орешки полезные, кушай полезную пищу, доширак. Так, это все на завтра. Уверенно показывает и Билайн, так мы еще в городе. И Мегафон. Мы еще в городе. Мы еще в городе? Ну или вот рядом. Даже занавеску уже опустить. Сейчас, подожди, надо переодеться. Удачный поселок.
самолет. Так, надо опуститься на вешку. Счастлив, красный. Нет, он обещает. Тут другая конструкция вагона. Щель большая.
запеченные. Из вагона ресторана выпечка, только напекла, берите, кушайте. В каком вагоне вагон-ресторан? Вагон-ресторан за 15-м вагоном находится. Работает с 9 до 24 местного времени, и проезжаем. Пирожочки с картошкой, с капустой, печеные ветки жареные, яблочко печеное, пирожки. Еще желает пирожочки сладкие с яблочком, печеные пирожочки, беляшки, самса. Парники, дачные домики разные. Просто хануты мне нужны. Такие. Тебе достать сумку, что ли? Ты куда положил? Ну, я тебе говорю, я убрал их, дай я. Куда убрал? Ну, это мало было.
знаешь, как сделать? Вот так. Так. Убирал, стопка была. Надо все в бутылке, надо все остановить.
замчики. Сканворды. Что еще отсюда убрать? Все украл. Вот мне надо убрать и сахар, и соки. Может, нет, на пол поставить? На пол, да. Ну, только не близко к этому, к отоплению, там горячее. Кофе там можно это... помыть. Помыть. Видел? Себе под ноги убери. Не рассчитано на такие старые вагоны. На тех вагонах там эти штанги выше стоят, и она прямо так вот закрывает. Это вот от Кемерово в сторону Ачинска, в сторону Кемерово, в сторону Новосибирска, на запад.
местного значения.